Физкульт-привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. Сегодня, как вы меня часто просите, я покажу вам одну из своих тренировок. Без монтажа, без обрезаний. Кому интересно, смотрите, кому не очень, перематывайте. И делитесь своим мнением в комментариях. На все вопросы, вы знаете, я отвечаю. Естественно, по степени возможности, когда нахожу на это время. Но, тем не менее, ни один ваш вопрос не остается без внимания. Если, конечно, вопрос адекватен. Смотрим и не забываем комментировать.
Сегодня тренирую ноги. Вот такая разминка у меня в виде экстензии. Потом буду приседать. Кто-то скажет, что это ж пипец, какая работа на поясницу. Но именно так, друзья, я страхую себя от травм. И вы знаете уже, что у меня есть грыжи, протрузии. И вот, чтобы они меня не беспокоили, мы делаем это упражнение. Такая вот красивая девочка делает у нас шикарные упражнения. Поднимает тестостерон парням. Джанет тренирует своих ребят. А вот тренер профессионалов, очень известный в Америке чувак. Сим-команда у него. Ну что, готовы к рабочему подходу? 160 килограмм здесь, ну чуть побольше. На 200 сегодня не пойду, потому что буду приседать. Ну что, я готов. Надеюсь, что вы тоже готовы. Поехали. Всегда, друзья, разбирайте за собой тренажеры, потому что придут девочки, которые не смогут убрать блины. Ну и вообще просто нужно уважать всех. Ну, на это можно смотреть вечно. Мы подняли тестостерончик, идем приседать. What's up, guys? Hey, what more are you? Hi from Russia. Hey, what up, Russia? You here? Заняли мою любимую стойку. Ну ничего, буду приседать тогда в монолифте. Деваться некуда. Thank you.
Фу. Такая вот тренировочка. Начало приседа только, можно сказать. Так что, кому интересно, смотрим. Кому-то может показаться, что я недостаточно глубоко сажусь. Это не так. Просто тренировка сегодня у меня массонаборная, не силовая. В силовой тренинг я сажусь, стараюсь максимально глубоко. Когда работаю на гипертрофию, а вы видите, что скрывать, жопа у меня и так здоровая. Растить ее мне дальше не то, что нет смысла. Вообще не эстетично. Поэтому я сажусь в параллель или почти в параллель, чтобы минимизировать работу ягодичной мышцы. Девчонки же, начинающие, дрыщи, просто необходимо вам садиться глубоко. Иначе не будут работать ягодицы, будут работать именно квадрицепсы преимущественно. А девчонки, надеюсь, вам нужно, чтобы качественно была проведена тренировка, все усилия направлены на ягодичные мышцы, поэтому садитесь глубоко. Главное садиться четко в стопу, ни в коем случае вес не должен переходить на носок, слегка может смещаться к пятке, но все равно основное распределение сил должно быть на всю стопу.
часто задают вопрос, почему американцы постоянно тренируются в бейсболках, в шапках. Ну, скажу по себе, почему я иногда тренируюсь в бейсболке. По простой причине. Потеешь очень сильно, жарко. И чтобы пот не лил в глаза, не сжег, бейсболка очень хорошо помогает. Кстати, я пользуюсь таким же способом, только не бейсболка, специальная повязка, когда играю в хоккей, потому что там пот вообще заливает. Теряю где-то до 4 килограмм, иногда и больше, водой, когда играю в хоккей, в воротах. Постоянно двигаюсь, постоянно, представьте, больше часа нахожусь в полуприседе, сажусь, встаю. Причем в движении в разные стороны. Ноги у меня постоянно забиты. Постоянная усталость в ногах. Поэтому тренирую где-то раз в 7-10 дней. Бицепс бедра почаще тренирую. И голень, естественно, тренирую почаще. В бутылке я всегда пью БЦА. Иногда пью чистую воду, но в основном всегда это БЦАшки порошковые. Сейчас отдохнем и еще один подход рабочий сделаем на максимально возможное количество повторений. Ну, условно, конечно, максимально. Вообще лучший мой результат это 32 повторения с собственным весом. То есть 115-120 килограмм на 32 раза. Не ахти какой вес, согласен, не очень большое количество повторений. Но попробуйте повторить и убедитесь, что это действительно не так просто, как может показаться. Не пропустите после этого эфира, мы с Аллой будем тренировать сегодня грудные мышцы для девочек именно в режиме медленных мышечных волокон, окислительных. Рекомендую посмотреть, тоже будет в прямом эфире. Начнем где-то в час, через полчаса.
поприседал. Не самый сильный день сегодня, конечно. Но еще сейчас забьем бицепс бедра в сгибаниях в тренажере от Николая Ясиновского. Уже говорил, что это лучший тренажер, который я только когда-либо использовал. Именно на сгибание лежа. Не сравнится ни с каким хаммером, ни с какими другими тренажерами. Реально говорю, очень рабочая вещь. Рекомендую. Фу. Thank you.
что, пришло время нагнать по максимуму кровищи в квадрицепсы. Что сейчас мы и сделаем. На новом тренажере. Вот. Форман. Ведущий? Вот такой красавчик. Тоже очень хороший, комфортный тренажер. Нравится мне. Еще один подходик, максимальный вес, максимально возможное количество повторений до сильнейшего сжения, просто до убийственного. Ну и как всегда потом идем и делаем гиперэкстензии. Вот такая вот у меня тренировочка, как вы видите, я и приседаю, и все делаю, несмотря на протрузии, грыжи в поясничном отделе. Привет врачам. С помощью гимнастики, экстензии, гиперэкстензии любой может не только защитить себя от травм, но и избежать последствий, если у вас уже есть грыжи и протрузии. Смотрите на моем канале видео, как это делать, читайте статьи на моем сайте. И Бог в помощь.
я. Просто невероятная жопа. Вот так мы тренируем ноги. Ну, конечно же, идем делать гиперэкстензию. Ой, извините, телефон, если прыгается, у меня реально подгибаются коленки. Фу, а идти, как вы знаете, у нас далеко. Но, надеюсь, отпустит меня, пока я дойду. Проходим в зону, где все отдыхают, кушают, играют. Вау, что у нас тут происходит? Наши тренера показывают чудеса. I'm live. Live from Russia. From Russia? Yeah. One more? Yeah, I got you. Yeah, ну, давайте посмотрим. Отдохнем заодно пока. Что тут ребята творят? Нереальное. Круто. А до этого я не успел, он крокодильчика делал на одной руке. Ладно, пойдемте делать то, чему я всегда учу вас, но и сам делаю, друзья, в отличие от большинства людей, которые чему-то учат, но сами не придерживаются этих принципов. Гиперэкстензия. Вот этот тренажер, не устаю повторять, именно называется гиперэкстензией. Все остальное, то, что мы делали в начале, когда ноги закреплены, а двигается корпус, это экстензия спины. Но не так важно, как что вы называете, как важно делать это.
Да, друзья, я вообще просто никакой уже. Как будто искупался в бассейне в одежде. Оставляю просто лужи на тренажерах. Фу, еще разочек. Потом немножко гимнастику поделаю. Друзья, сильно как бы не впечатляйтесь. В Америке тоже таких залов 1-2, которые я открывал. В остальных тоже в основном владельцы, бизнесмены. Есть, конечно, парочку крутых залов, но в основном это владельцы, бизнесмены, они покупают линейки, оборудование, им плевать, что вам нужно, что действительно необходимо. Покупают красивые, блестящие цацки. Ну и на общую массу это рассчитано, как и фастфуд, как и все. People have it, значит, это будет продаваться. А зачем тратиться, зачем что-то изобретать, думать? А еще это дорого покупать каждый станок, 1, 2, 3 даже отдельно где-то. Когда покупаешь линейку, огромную скидку дают. Поэтому в основном все залы оборудованы одной-двумя линейками какого-либо бренда. Я думаю, вы сами понимаете причину, почему. Ну а все, кто хочет грамотно, круто тренироваться, приезжайте, потренирую вас разочек бесплатно. Понравится, оставайтесь. Флорида — лучшее место для того, чтобы жить, радоваться жизни, тренироваться. Еще один подходик сделаем. Джанет издевается над своими подопечными, но я бы не выдержал такую тренировку. Там просто подготовка для суперподразделения какого-нибудь быстрого реагирования. Ну что, через 10 минут включимся, и вы увидите тренировку для девочек на окислительные мышечные волокна. Мы с Аллой вам ее покажем. А я пока что сделаю гимнастику.
Ну все, друзья, всем счастливо. Увидимся через 10 минут здесь же в прямом эфире. Увидите, как Алла тренируется под моим чутким руководством. На медленные окислительные мышечные волокна над грудными мышцами. Всем пока. Те, кто пропустил или пропускает прямые трансляции здесь в Инстаграм, не переживайте. Все они дублируются и будут выкладываться на моем YouTube-канале Heavy Metal Gym. Не забываем покупать мою книгу «Fuck Fitness. Ступени натурального бодибилдинга». Набирайте в гугле название, прям забивайте «Ступени натурального бодибилдинга» или «Fuck Fitness». И покупайте ее всего за 8 баксов. Вы узнаете, как грамотно, правильно тренироваться, сколько и какие существуют мифы в нашем любимом деле. Ну все, друзья, всем счастливо, спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилась тренировка. Мы с вами, как всегда, увидимся в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Обращайте внимание. Скоро на канале выйдет отличнейший плейлист для девочек. Вы получите план периодизации тренинга, где каждая тренировка будет показана. Я снимаю сейчас целый огромное количество видеоматериала с Аллой на каждую тренировку по принципу периодизации, которую я вас учу, сам практикую, все мои ученики. Не забывайте, что существует три типа мышечного волокна: гликолитическое, окислительное и промежуточное. Каждый из вида волокон требует своей определенной методики в тренинге. На силу, на массу, на выносливость. И не забывайте, что на рельеф можно только питаться. Сами тренировки не меняются, что показывают лучшие атлеты в нашем виде спорта и в других. И если вам кто-то говорит, что эта тренировка жиросжигающая, а это нет, то вас просто вводят в заблуждение, либо хотят развести на бабки. Или, что чаще всего, человек просто сам безграмотный и не понимает, что к чему в нашем движении. И, как вы понимаете, у такого человека нет смысла чему-то учиться. Разве что глупости. Или как делать не нужно. Всегда думайте головой, друзья, перед тем, как сделать какой-либо шаг. Оставайтесь на канале, помогайте мне делать его лучше. И мы с вами обязательно увидимся в следующих видеороликах и в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Друзья, не упустите возможность всего за $8 купить мою книгу о бодибилдинге, которая называется «Ступени натурального бодибилдинга» или «Fuck Fitness». Набирайте в гугле в поисковике, и выйдут ссылки, где вы можете ее заказать. Книга будет очень полезна для начинающих атлетов, для атлетов среднего уровня. Особенно будет полезна для инструкторов, тренеров, персональных тренеров. Книжка отличается совершенно иным подходом и никак не пересекающаяся с общепринятыми методами тренировок современного бодибилдинга. В любом случае, согласны вы будете с ней или нет, очень будет полезно вам ознакомиться. Кто прочитал уже эту книгу, прошу вас оставить комментарии, что понравилось, что не понравилось, с чем вы согласны, а с чем категорически не согласны. Давайте двигаться вместе, развиваться вместе и двигать в массы правильные идеи, правильные теории и, соответственно, рабочую практику. Так как практика – это наше все. Теория без практики, друзья, это гниющий труп. Друзья, не пропустите, я уже выпустил ролики и статьи с нормативами, с тестами, когда переходить с уровня новичка-среднячка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации. Отдельно статьи и видео для парней, отдельно статья и видео для девушек. Обязательно изучите их, проверьте свои знания, проверьте свои силы, чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше, чтобы вы не скатывались назад, не топтались на месте, только развивались, только двигались вперед, сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье.
Вступая в мою закрытую группу профессиональных тренировок, на каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на циклирование, периодизацию, на все типы мышечных волокон. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график, и на следующую неделю у тебя полностью целиком расписан тренинг, тренировки по дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группу. Но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек. Нет ни одного недовольного. Так что делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока! Сухой мышечной массы и силы без травм.